Добрый день, уважаемые подписчики, рад вновь приветствовать вас на своем канале Realm SEO. Сегодня мы с вами продолжаем обзор проекта Qubitx и поговорим непосредственно о распродаже токенов данного проекта. А напомню, что в прошлой части обзора мы говорили непосредственно о том, что этот проект себя представляет. Мы сказали, что Qubitx — это первая действительно глобальная биржа, которая поможет людям со всего мира покупать и продавать криптовалюту. А для того, чтобы присоединиться к распродаже токенов, необходимо нажать Contribute to TGA. Нажимаете, у вас открывается форма авторизации. Здесь, если вы не зарегистрированы, необходимо будет зарегистрироваться. Если уже зарегистрированы, нажимаете «Войти». И вот здесь как раз у вас появляется вся информация по текущим сборам, по приобретению токенов и так далее. То есть видите, что информация о том, что pre-public раунд закончится через 38 дней, а вы можете получить бонус 20% за инвестицию в один эфир. И то есть видите, что дата окончания составляет 31 августа 2018 года. А стоимость токена 1 Qubitx равняется такому числу эфириумов. За один эфириум вы получаете 8909,9 токенов Qubitx. Непосредственно для инвестиций принимаются эфириумы, минимальная сумма транзакции на данный момент 25 эфириумов. Для участия в ТГЕ нажимаете «Участвовать в ТГЕ» и здесь указываете число. Например, хотите приобрести, вот здесь на данный момент минимальная стимация, видите, что 25 эфириумов, так как раунд еще начальный. Здесь видите, что вы получаете такое количество токенов, нажимаете «Оплатить», получите адрес, и здесь у вас выходит адрес, на который будет необходимо перевести эфириумы. Переводите 25 эфириумов на этот адрес, получаете данное количество токенов Qubitx. Здесь также показан статус текущий, купить токены, получить токены Qubitx, информация по вашему профилю, информация по истории сессии транзакций, ну и также FAQ, то есть также самые часто задаваемые вопросы можете найти именно здесь. Ну и на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели данную часть обзора. Напомню, что данный раунд транспродажи продлится до 31 августа. Начался он 16 июля. И на данный момент он идет всего неделю. Собрано уже практически 800 тысяч долларов. Достаточно хороший и серьезный показатель. Всего доброго и до новых встреч.